Несколько сотен человек стали гостями праздника «Дети – наше будущее» от компании «Уфанет». В этом году он впервые прошел для первоклассников города Ясный. Прежде всего, праздник «Дети – наше будущее» посвящен первоклассникам, их мечтам. На празднике представлено множество площадок, где каждый ребенок может попробовать себя в любой профессии. Мы, конечно же, хотим, чтобы праздник 1 сентября был знаменательным событием каждого ребенка, и он запомнил его на всю жизнь. И для этого мы делаем этот праздник. Для детей организовали развлекательные и тематические площадки, где каждый мог поближе познакомиться с профессиями. Например, посадить луковицу, надеть снаряжение пожарного, попробовать варить металл. На каждой площадке дети смогут сделать фотографию, станцевать, порисовать, оставить след в свое будущее. Например, на художниках у нас есть интересная площадка с мольбертами. Дети оставляют свои ладошки в своем классе. Ладошки в виде дерева. И это дерево потом передается в их класс, и дети будут смотреть и вспоминать наш праздник о том, как они пошли в первый класс. Под занавес праздника для детей выступил Оренбургский театр кукол Пьеро со сказкой про крошку енота. Не спеша. Да, интересно. Он говорит, нет никакого праздника. А затем ребята загадали свое заветное желание под салют из яркого конфетти. Замечательно, Фанет просто молодцы. Очень всем понравилось, здорово. Мне понравилось, он был очень классный. Замечательный праздник, очень много было локаций разных, которые понравились сыну. Классно, спасибо за праздник. Отличный праздник, детям понравилось, родителям понравилось. Сказка, окончание, фейерверк было шикарно просто. Спасибо большое. Ой, мне очень понравилось, все очень замечательно. Ребенок доволен, сделала сама кормушку и бегает, радуется жизни. Все очень замечательно было, спасибо вам большое. Роман Ланцев, Александр Грачев, Ольга Баева, телеканал ЮТВ.